Бывший футболист петербургского «Зенита» и сборной России Владислав Радимов, ныне возглавляющий «Зенит-2», высказался относительно суда с бывшей супругой Татьяной Булановой, передает «Советский спорт». 26 февраля мировой суд в Санкт-Петербурге обязал экс-игрока сине-бело-голубых выплачивать четверть всех своих доходов в качестве алиментов на содержание ребенка. Реклама в Твиттере знаменитому теннисисту Евгению Кафельникову спортсмен рассказал, как выглядит ситуация с его стороны. «Неужели ты думаешь, что я не давал денег на ребенка? Или ему чего-то не хватало? Да все знают, как я к сыну отношусь. Удивительная история, но да бог ей судья. Больно, что люди будут думать, что я плохой после такого. А оправдываться даже ни в чем», — заявил Радимов. Выплата алиментов назначена до тех пор, пока сын Булановой и Радимова не достигнет совершеннолетия. Ранее бывшая баскетболистка сборной России Катерина Кюэро, являющаяся женой футболиста Ивана Новосельцева, объявила о беременности и пожаловалась на предательство.